Таблоиды утверждают, Леди Гага тайно вышла замуж. На вечеринке в честь ее дня рождения певица дала такой повод для слухов. Внимание привлекло кольцо, которое сверкало на ее безымянном пальце. В начале прошлого года американский актер и модель Тейлор Кинни сделал Гаге предложение руки и сердца. Певица рассказала об этом поклонникам, скинув в сеть фотографию кольца с бриллиантом в виде сердца. На вечеринке папарацци заметили точно такое же кольцо и у Тейлора, правда, на другой руке. Газета Daily Mirror сообщает, что певица и ее бойфренд поженились втайне, но официального подтверждения от звездной пары в прессу пока не поступало.